также небольшой лайфхак, 5 минут, пока есть перерыв между съемкой. На вас, например, есть базовая рубашка или костюм, как на мне сейчас. И есть пояс, да? Пояс достаточно длинный, что с ним сделать? Традиционно мы с вами делаем вот такую историю. Ну, в общем, как обычно. Но я вам предлагаю сделать немножечко иначе. Посмотрите, складываете пояс вдвое, да, у вас получается вот такая штука. Оборачиваете вокруг себя. Делается это вот так. Дальше у вас здесь есть, просовываете оставшиеся клокочки вот сюда. Получается вот такая история. Дальше управляете, как вам здесь надо. И что делаете здесь? Берете и вот таким образом просто узлом прокручиваете сюда и вот сюда еще разочком. И вот такая история у вас получается. Причем, смотрите, она может быть как в сторону, как и вверх, как если хотите даже есть. Уже нестандартный пояс, не так, как мы привыкли. Так что пользуйтесь, пробуйте. Всего вам хорошего.